Всем привет! Зовут меня Аня и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться своей покупочкой для мыловарения. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Так, этот раз я заказывала очередную посылочку. Ну что, начнем. Будем открывать. Посылочки, как всегда, упакованы хорошо. Заказывала я в интернет-магазине мыло Опт, который находится в городе Кременчуг, Полтавской области. Так, смотрите, открываем. И что мы здесь видим? Так, сюда поставлю посылочку, чтобы было вам хорошо все видно. Так, первое, что мы видим, это накладная, в которой указано наименование, что мы заказывали, ну, чтобы было удобно все проверить. Смотрите, что это наш подарочек от интернет-магазина. Спасибо им большое за магнитик. Очень приятно. Так. Заказывала я у них бумагу водорастворимую для мыла. Так, новогоднюю. Так, хорошо видно. Так. Маша и Медведь с Новым годом, Снегурочка и Дед Мороз, так, такого плана. Формат идет и их А4. Так, дальше. С Новым годом, сказочного Нового года, с Рождеством. Такую. Так, и наклеечки. Заказала, первый раз заказала попробовать. Наклейка я снова. Просто вырезать. Так, смотрим. Мыло ручной работы, натуральная косметика, натуральное мыло, мыло ручной работы. Самое красивое для себя. Ручная работа. Домашнее мыло, оливковое, детское, медовое мыло. Только для детей. Хендмейд. Хорошие девочки, клевому парню. Ну, прикольные. Так. Следующее, что я заказывала, мыльную основу. Заказала мыльную основу производства Англия, 0,5 килограмма, прозрачная. Так, белую заказала, белорусскую Мельта с маслом ши. Так, вес 1 килограмм. Так, еще заказала 1 килограмм прозрачной Мельта Клер, прозрачная идет, белорусская. Так, и последнее, что я заказала, пластиковую формочку, такую круг. Она идет, по-моему, среднего размера, там еще идет больше. Ну, в принципе, я уже у них заказывала формы. В принципе, все они идут хорошего качества. Заказала попробовать вот такой жидкий краситель. Ультразеленое яблоко, производитель Германия. Срок годности не ограничен. 10 миллилитров. Кто знает, какой он будет, но будем пробовать, экспериментировать. Ну, на этом и все. Моя покупочка закончилась. Спасибо вам большое за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.